Маша вылезла, как это? Только что. Слушайте, как мы же сверху вылезаем. Залезаем сверху, а почему? Давай, вылезай. Наташа вылезла вон только что. Смотри, да, довольно. Так она причем даже руки в это, да, это уже поднимала. Раскопали, да, походу, перед. Так, а нафига он я? Давай, еще? Вылезай. Чем он меньше намного был. Ой, шапка. Не, вот с этой стороны было. Я могу фотки показать? Шапка там осталась. Неважно. Да, фонарик. А здесь тоже пролезает? Кстати, Вер, дай шапку возьму, чтобы ты не елозил. Все, достал. Так, не надо, я за руку тебя, я вылезу. Давай, давай, со мной. Слышь, я полез, по-моему, здесь реально. Проверяли, да? Давай тебя вытащу. Здесь орел вылезал, что вы мне рассказываете? Орел-то 2 метра. С кепкой. Два метра, ну точно. Ты что, вылез? Спасибо. Мужчина, ты вылезали? Спасибо. Давай, давай. Эй! Стоп, не. Вера, шапку-то опять уронили туда. Вера, отходи. Слышь, по-моему, ты даже... Нормальный вес. Не, я не вылезаю. Я тебе верю. Вроде нет. Отсюда пролезали? Да, отсюда орел вылезал. Обе руки только, обе руки сначала высовывают. Нужно одним плечом, потом целиком. Две руки надо. Две руки. Вы с чем? Две руки. Они вылезали одним плечом. И антиквар, и орел, одним плечом. Антиквар, ты что за имена такие? А я не видел этого. Вот так, да. Только не этой рукой. Рукой, извини. Нет, ты думаешь, если у тебя, конечно, рука сейчас пролезет, то все остальное. Смотри, он сейчас так может выйти. Вся фишка в ноги как-то. Не, не пролезаю. Они вылезали, другой рукой вылезали. А если две руки? Ты же не больше орлатов. Нет, тогда он застрянет. Не, я вылезаю, ребят, с другой стороны, давайте. Там дальше есть дырка. Дальше просто дальше лезть прямо. Фонарь лежи. Вот прямо сюда. Там большой. Широкий вот. Физически не пролезть. Вот этого не было вообще в том году. Вот сейчас девушки там лезут. Вот дырочка. Сюда, сюда, вот, да. Сюда, давай, да, спиной разворачивай. Не вылезти. А, это... Конечно, да. У меня сейчас крупная клетка накачана, я не могу пролезть. Давай, давай. Денис, ну ты не больше орла. Так. Ну я больше, наверное. Давай. Вот, я орел, ты узкий. Я... Только рядом руку надо высунуть, я только хотел. Руку сюда высовывай. Давай, давай. Блин, я думаю, что... Она мне не страшна, только фишка все, что вот отсюда не вылезти. Полин, ты должна вообще. Ой, ты вообще молодец. Давай, подпишем. И кто чемпион? А? Ну, Полин, стой. Стой. Давай, я тебе голова. Маме покажешь. Больше она тебя никуда со мной не пустит. Да, 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 все, да. Сейчас полишь. А ты специально, да, повез? Чтобы мама сказала, что не, все. Возьми с собой Полину, ну блин. Не, я приучаю ребенка. Нет, это чисто девчачий лаз. Полин, смотри на меня. Раз, два, три. Молодец. Все. Конечно. Нам сзади что-то есть? Кто-нибудь сверху смотрел вообще? Давай, Настя. Ну, здесь класс. Можно пролезть отсюда. Это трещина, еще одна тиканичная. Давай, Настюк. Остановилась? Другой. Наоборот. Настюш, спиной уворачивайся. А я жирная. Давай, лезь. Ты жирная. Сейчас определим. Да. Одну руку. Одну руку по-любому вытаскивать надо, Настя. Ага. Я по пояс в нем торчал, но выйти не мог. Смотри, она спокойно тоже вылезает, что она мелкая. По пояс прям вот торчал, смотри. Вот все, и здесь дальше не могу. Просунуть.
Там если кто-то хочет, тоже. Там что с ногами сделали? На второй этаж. А как называется? Лезер? А? Как называется? Ну ты сейчас посмотришь. Ну надо попробовать. 10 метров. Хорошо. Ты третий, кто вылез. Да. Давай. Я поймаю, папа, фонарь понял. Что там? Все, Ром, следующая мысль. Еще один. Походи попробовать. Походи попробовать вылезти. Короче, Кирилл. Да, 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 там надо подожди. Вот так вот правую ногу, короче, выжимал. Внутрь. Надо снизу снимать, короче. Снизу. Снизу там не снимешь, там место не так. Ноги. Особо не видно будет, даже будет. Ботинки болтаются. Идите, я с вами. Давай. Ты не пролезешь, у тебя стена выгонит. Ты упрёшься.
куда? А куда акции идут дальше? Дальше еще какой-то. Сейчас посмотрим. Опять твоя шапка, опять твой фонарик, да? Место для маневра очень много. Где таз, все, мы здесь далеко от музея. Ноги еще зажаты там, или между этими. Да, ногу вот так прогибаешь, короче, и... И вот в правую сторону немножко высвобождаешь. Никак вообще не до меча. Смотри, как уже профессионально, прямо с фонариком, со всеми делами. Да? Я монах. Как такие чистые остались? После чего? Ну, по-моему, не чистые, это просто уже цвет такой. У меня штаны очень грязные. Песчанка, видишь, зеленая стала. А у него, наверное, как раз чисто, да? Не то, что здесь. Все, обтерто уже. Да, уже вытерто, насыпь, насыпь. Сделали. Кирюха, а ты как-то с этой ходил? С Никой? Нет. А, нет, Леха ходил. Ты что, Дима ходил? Дима, да я с ним ходил. Да, с ним. Да он дошел до сказки, я брат. До выдрых? Ну, они недалеко ходили. Да. Здесь, да, Дэй? Да. О, понял. Где все кончается? Нет. И самое интересное, просто капол тела вылезает спокойно, короче, а дальше ноги просто застревают. Поддержите морально, человек. Чё мальчики? Чё мальчики? Попочки перекачали? И много в доту гамают просто они. Да нет, это не гамают. Не гамают? Ты вправо-влево, вот так вот подвигайся. Ну ладно, ребят, пойдемте, в общем-то. И ноги уперлись прямо, как ты там. Не, ну ты изгибай вот так вот ноги. Изгибай ноги, извивай себе. Представь, что ты червяк. Как туда, извивайся во все стороны, да? Нет, они прям вообще... Нет, силой там не давай, надо. Давай. Да? Аккуратненько, вправо-лево, вправо-лево, да. Я могу как... Правую ногу немножко высвободи. Ага. И начинай правой стороной сначала выходить. Американский гор. Вообще надо знать процедуру. А, кстати, самое страшное вот это... Силой точно не надо. Да, сначала одну сторону, потом вторую вытаскиваешь. Я не упираюсь почему-то. Да одну ногу подожми, одну ногу и вторую ногу подожми, чтобы они у тебя, ну, не на излом шли. Как их поджать-то куда там? Там нормально, там нужно раскачаться. Там их надо влево и вправо в ширину расставить. Правую ногу надо проверить немножко. Да. Правую проверить прямо. Да, правую. Да, и вот так вот ее чим делаешь. И тогда правую сторону сможешь вытащить. И потихонечку по сантиметру вытягиваешься.